Это первый уникальный такой проект в своем роде, который проходит у нас здесь, на территории Республики Башкортостан. И я надеюсь, что его как минимум доведут до конца. Я надеюсь, что те, кто захочет его поддержать, будет еще больше, потому что это здорово. Эти творческие люди, они не должны быть сами по себе. Мне кажется, творческих людей порой нужно контролировать, кого-то нужно направлять, и это здорово. Все легко и просто. Главное запомнить фразу из трех слов. Любимые художники Башкирии. Это все в поисковик. Заходим, голосуем, и все счастливы. Я, Лиль Курамшина, ведущая утренней программы «Салям» на телеканале БСТ, поддерживаю проект «Любимые художники Башкирии».